два равных игра. Много всего дали и мы, и они. Видимо, когда гол забили, сравняли счет, эмоции нас перехлестнули и где-то не удержали соперника. Удаление ваше прокомментируйте, было там нет, что с вашей стороны было. Вы против были этого удаления. Ну, что случилось? Атака шла 3-3, и игрок был на вершине. Я его начал придерживать клюшкой, она под подмышку залезла. И когда он хотел взять шайбу, я просто клюшку вниз хотел свою спустить. И судья подумал, что я его цеплял. Что делать с большинством? А сегодня совсем не ладилась игра при розыгрыше лишнего. Придумали что-то новое, видимо, соперник хорошо разобрал. Наиграли другие комбинации. Как играется в замене с Сумраком, с Капризом? Хорошо играется, мастера, приятно с ними играть. Всегда отдадут, всегда отдаются. Почему сегодня так мало моментов было у команды? Не лезли на ворота, не выполнили установку тренировки. Руки не опускаются после такого матча, еще я здесь 3 в серии, и игра в Казани. Какая разница, где играть? Мы будем настраиваться еще больше, чтобы вытащить серию. Главный тренер о чем говорил после матча? Чтобы никто не опускал руки, и последние игры, которые остались в серии у нас, чтобы мы отдавали все для победы и вытаскивали эту серию. А за счет чего можно переломить ход серии? Сначала будем больше обращать внимание на слова тренеров, соблюдать план на игру и больше создавать, чтобы реализация была лучше.